Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Ягуд в Америке, и на моем канале я вам делаю обзоры на всякие аксессуары, иногда одежду, в основном женские, но мужские у нас тоже бывают, и сумочки. И сегодня у нас с вами обалденная сумка. А вы, кто смотрите это, имеете возможность заказать практически каждую красотку, которую я показываю, если вы напишите мне в WhatsApp, который всегда находится в описании ролика. Потому что мой интерес составляет 15%, но я вам могу помочь найти вашу любимую красавицу. И начинаю я сегодняшний ролик с обалденной сумочки от Tory Burch. Я ее вам показывала до этого, но как показывала? У меня в сообществах, вот на моем канале, есть там раздел сообщества, я делала, скриншот с сайта Tory Burch. И показывала, что, ребята, есть эта сумочка. И несколько раз в ролике упоминала, что у Tory Burch есть такая классная сумка на скидках. Мне так хотелось, чтобы ее кто-то заказал. Мне так хотелось, чтобы я ее потрогала и вам показала, и мы ее рассмотрели. И слава богу, девочка из Казахстана эту сумочку заказала. Сейчас мы ее рассмотрим. Но прежде чем начинаем рассматривать, я вам хочу сказать, что на данный момент она почему-то с сайта пропала. Ну, как вот по закону падающего бутерброда. Но она там появляется, потому что с ней такое было, что она пропадала. Потому что цена ее 760, по-моему, 759, что ли, долларов оригинальная. Когда я вам ее со скидкой показывала, она была 50%. А девочка ее выцепила, она за ней наблюдала. Поймала момент, когда она была что-то около 60%. В общем, цена у нее 349, по-моему, мы ее покупали с ней. Ну вот была у нее там на ценнике со скидкой. И мы ее выкупили. Вот такая вот эта обалденная сумочка. Вот такая вот мягкая у нее вот эта кожа. Вот здесь вот у нее шовчики вот такие вот. Вот здесь вот бумажки вставлены, но это потому, что упаковочные, так сказать, бумажки. Я их не стала уже до конца. Она вся такая вот, как стеганая одеялка, вот такая вот мягенькая. Вот с таким вот принтом. Но это прям вот нарисованные вот эти цветочки, как бы так сказать. Не знаю, как это сделано, но вот это прям вот здесь вот. Вот так вот покрашены они. Вот такая красотка. Вот такой обалденный замок. Он здесь в пленочке. Он открывается, знаете, вот как сумка фрейм. Но она и вся-то, в принципе, похожа так немного на фрейм. Нам напоминает фрейм от Coach. Сейчас вспомню, в какую сторону она открывается. Замочек. Девочка как раз переживала, что хороший замочек или как. Обалденный замок. Вот, то есть он очень плотно там садится, застегивается. Все там с ним хорошо. Сейчас расскажу про ручки ее, а пока смотрим внутри. Вот такая вот кожа, нежнейшая, голубого цвета. Вот такая вот красотка. Один единственный накладной кармашек. Вот. Ну, здесь, в принципе, Tory Burch уже по застежке видно, да? И все, и дальше никаких больше других кармашков у нее нет. Нужно чуть-чуть приподнимать, потому что он вот сюда прям упирается. И все, она потом хорошо защелкивается. И вот такие две ручки. Цепочка. Это как длинная получается ручка. И вот эта ручка, я ее прикрепила, она была отдельно. Вот здесь вот тоже значочки Tory Burch у нее на цепочке. А вот сама цепочка не отцепляется. Вот у этой ручки вот такой вот карабинчик. Вот вы видите, здесь тоже плотный такой, тугой. Она начинается вот так вот на цепочке. И вот здесь вот сама вот эта ручка идет. Вот с двух сторон. Здесь глейдинг такой. Какой здесь цвет-то? Ну, что-то похож к черному близкий. Вот такая золотая фурнитура. А вот эта цепочка, она не отцепляется. Я ее даже и не распаковывала. Ну, хочется распаковать. Наверное, я потом как-то ее заверну по-другому, потому что хочется, чтобы... Ну, я думаю, хозяйке хочется ее рассмотреть, потому что она говорила про это. Поэтому мы снимем эту защиту, потом запакую ее во что-то другое, оберну. Вот так вот эта цепочка идет.
Получается, вы ее можете как ручку использовать, а можете как для красоты декоративную цепочку. Вот здесь через несколько звеньев повторяется вот этот значок от Tory Burch. И вот эта уже цепочка, она здесь идет стационарно прикреплена вот к этим петелькам. То есть вы ее можете носить вот на этой ручке. Ну так-то, конечно, такую сумку не хочется брать. Вот так вот хочется ее держать. Прям такая красотка, нежненькая такая. Вау, вам нравится? Мне очень нравится. Вот здесь тоже вот шовчик, прострочка. Вот такой вот он. Ну нет, это все покрашено, он просто шов здесь обычный. Просто трогаешь, кажется, что это вот как это надо, как канва такая, как будто бы, что ли. Вот, вот такая сумка от Tory Burch, классная. Надеюсь, что если кто-то будет за ней охотиться, то вам тоже повезет, потому что, ну вот нет ее на данный момент на сайте Tory Burch. Ну, Tory Burch можете просто набирать в гугле, в поисковой строчке Tory Burch. У вас там сайт выскочит от Tory Burch. Она, кстати, шла где-то на ней там документики. Вот здесь, скорее всего, ее цена должна быть полная. Сейчас. Да, 700 с чем-то там, по-моему, 49. Вот здесь вот. Вот. Значок Tory Burch. И она шла... пыльница, естественно, и ее накладная, я могу девочке, наверное, эту накладную послать, вот в таком вот приятном конвертике от Tory Burch с логотипом Tory Burch, видно, если вам, и вот такая открыточка, тоже тут написано с любовью от Tory Burch, информация по сумочке, тоже с логотипчиком на этой карточке. И пыльничек. Сейчас рассмотрим пыльничек. Вот такой вот классный, очень просторный пыльник с принтом Tory Burch. И даже вот с такими, с такой штучкой сверху. Она как-то обычно пыльники, она немножечко даже резиновая. Вот такой вот приятный пыльничек. Вот такая у нас с вами сегодня волшебная сумочка. Надеюсь, что, может быть, еще кто-то ее приобретет, потому что она прям сладенькая такая. А у нас с вами плащ от Coach снова. Однажды мы с вами такой плащ уже рассматривали. И я там была как красная шапочка в капюшоне. И сегодня у нас с вами обалденная возможность рассмотреть его еще один раз. Это девочка. Тогда мы его покупали со скидкой 50%. И очень хорошо, что Лариса тогда купила, потому что ее размера сейчас уже нет. Но на него увеличилась скидка. И вот он есть, но на сайте Coach Бутика, это тот плащ, который рекламирует Дженнифер Лопес. Вот. И я ее ставила у себя, ну, может быть, сегодня опять эту фотографию найду, поставлю на заставку, еще не решила. А вам хочу сказать, что вот небольшие размеры есть. Плащ дорогущий, обалденный. У него цена $1900, а мы когда Ларисе покупали, вот, хорошо, что она не стала ждать больше, потому что ее размеры потом пропали, мы брали за 50% скидки, $950 он стоил. А вот этот плащ, по-моему, 60% скидки, он стоит $760. И вот, ой, нужно, наверное, шарфик пододеть сейчас, чтобы вам одеть, показать. Сейчас, секундочку. Пока хочу вам сказать, что вот $760, это получается без налога. На сайте тоже цена без налога. Если он с налогом, с моим интересом и с доставкой, вот он в девочке обошелся в 78 тысяч рублей. Вот такой вот плащ. Ну, это Coach. У него вот этот капюшончик тканевый. Ну, в принципе, я так думаю, что если кто-то захочет, зайдет и на предыдущий ролик посмотрит, потому что если я что-то забуду здесь показать, то вы там поподробнее разглядите тоже. Вот этот воротничок кожаный с двух сторон. Вот здесь вот тканевая вставочка. И вот этот капюшон тканевая вставочка. Вот эта часть тоже тканевая. Кожа начинается где-то вот здесь, вот так вот она прострочена. Вот это все кожаное. Ремень вставлен
вот сюда кожаный. Карманы накладные вот такие, вот плащевые, тоже тканевые. И вот здесь, как это называется, башлага, да? Вот с этой стороны полностью кожаная, а вот этот отворот, он тканевый, плащевый. Вот такой он сейчас, я вам его примерю. Так, шарфиком шею обмотала, чтобы следы преступления не оставлять. И мы с девочкой выбирали между размером 4 и 6. И она размеров чуть меньше меня. И я вот этот плащ расстегнула, но сама еще его не мерила. Я ей предлагала, что мы выбираем между 4 и 6. И у нее объемы чуть-чуть меньше моих. То есть вот у меня получается в плечах. Мы вот так вот обмер делали. У меня 103 сантиметра, у нее 100 сантиметров. А в груди... чуть-чуть она поменьше на 3 сантиметра, чем я. И она чуть меньше в... То есть я к тому говорю, что если бы, вот, например, сейчас я и почувствую, как он, то мы можем его заменить. Я могу отнести его в бутик, они мне закажут другой. То есть с этим проблем нет. Это не возврат будет даже. Вернее, они там не оформят как возврат. И потом снова я хочу понять по размеру. Нет, вы знаете, да, все нормально. Ирочка, я думаю, что мы угадали, потому что у меня на 3 сантиметра больше. То есть он мне прям вот в пору. А вы, получается, у меня блузка-то с таким с коротеньким рукавчиком. А вы спокойно туда пиджачок пододенете. То есть даже я могу чуть-чуть пиджачок пододеть. И бедра у вас чуть меньше моих. И талия у вас чуть меньше моей. То есть он на вас будет... свободнее. А вот так он смотрится на мне. Это 6 размер. Столик, ты нам сейчас мешаешься. Вот видно вам, какой он длины. И, кстати, ростом она намного меньше меня. То есть он ей будет длинный. Если мне он прикрывает колено, то ей он будет, я так думаю, где-то приблизительно вот так. Потому что у меня 1,71 м рост. Вау! Ну, мне очень комфортно вот в этом размере. Просто прям обалденно комфортно. Сейчас мы там этот капюшончик принаденем. Так. Куда ты ускакал? Как тебя одеть-то? Вот как. Вот я снова красная шапочка. В прошлый раз я была красная шапочка. И сейчас я опять красная шапочка. Так, ну я его застегнула сейчас только вот на эти пуговички, а так у него в 2 ряда пуговицы. Вот здесь вот еще. Ребята, ну как вам? Ну и как вам? Пониже, что ли, попробовать камеру поставить, чтобы было длину видно. Вот как на 1,71 м он смотрится, длина. Вот у меня там уже ноги вот. Вот, то есть ей будет он вполне даже длинный. Ира, классный плащ. Я очень рада, что я исполнила ее мечту, потому что мы с ней охотились за этим плащом, когда вот он был со скидкой 50%. Я ходила в бутик, выпрашивала скидку побольше, но нам тогда не дали. А потом мне продавщица сама позвонила и говорит: Ирина, а у нас плащик есть, который ты себе выпрашивала со скидкой. И вот так вот он что-то там такое где-то лежит, не могу понять где. У меня что-то в карманах. А что-то там где-то насыпано, это эти, знаете, пакетики вот эти, видимо, вот здесь вот еще. Да, вот даже здесь, которые от влаги, думаю, что там какие-то предметы. А вообще получается карман вот этот накладной, вот так вот тканевый, и еще он... И на замочке вот здесь. То есть, в принципе, если я, как правило, ну, раньше не любила никогда носить с ремнем. В принципе, его можно и вынуть, но мне кажется, у него, конечно, это изюминка такая. Разрезов у него нигде нет. Такой он весь прямой. Но у него отстегивается вот этот капюшон. Вот, сейчас я вам его еще раз поближе покажу.
Ира, я думаю, что все нормально. Все мы угадали с размером. Я думаю, ты мне дашь обратную связь. Вот так вот крепится вот здесь вот. А вот этот капюшон, вот он так на пуговице застегивается, то есть его вполне можно снимать и не носить. Ну, она его разглядывала, когда у нас был обзор перед этим. А мы вот такие вот тут волшебницы находим для вас всякую нереальную красоту. И такую, и такую. Всем всего доброго. Берегите себя, пожалуйста. Пока-пока. Совсем забыла добавить, что чехол-то есть у плаща. Вот этот вот для хранения. То есть он сюда вполне уместится. В прошлый раз говорила про это, сейчас забыла. Но чехол есть.